Это роза Пале Рояль. Она у меня на арке. Она отлично подходит для арочных посадок, потому что даже в прямостоячем побеге побег дает очень много боковых почек, что вызывает цветение. Розочка очень обильная. Здесь она не вся еще распустилась, и она у меня еще молодая. Роза не цепляла мучнистую росу, пятнистость. Роза здоровая. Очень романтичный у нее цветочек. Она цветет соцветиями. Как и у эльфа, у нее длинные соцветия. Затяжные дожди роза выдерживает. Она не гниет. Цветочек у нее крупный. Раскрутка очень красивая. Это такие вот лепешечки получаются, зефирные. Нежная, романтичная роза. Пале Рояль – это площадь в Париже, если не ошибаюсь. Вот в честь, наверное, этой площади названа роза. Посмотрите, какая у нее волшебная раскрутка. Имеет нежный-нежный розовый оттенок. Нежнее, чем у Eden Rose. Лепестки слегка зеленоватые, крайние, вы это можете заметить. Постараюсь показать вам вблизи. Розочка особо ножки не оголяет. У нее много боковых побегов, я повторюсь. Она благополучно дает массу цветов. В соцветиях роза имеет приблизительно 5 цветов. Один здесь я уже оторвала. Они довольно крупные и в распуске, что немаловажно, держатся очень долго. Крупные цветы, имеют легкий-легкий аромат. При ярком солнце розочка будет слегка выгорать и будет вот такого беловато-сливочного, молочного оттенка. Вот так она смотрится в бутоне. Нежная раскрутка. Роза отличная.